Народ, всем привет! Ну что сказать, во-первых, я очень рад, что я могу хоть чуть-чуть вам помочь, то есть в этой жизни, в постройке разных самоделок. По комментариям я вижу, что многим я, то есть, помогаю. Я очень рад. Друзья, то есть наш первый микроб, какой я сделал его после Нового года, то есть он начал, как многие прогнозировали, он начал очень сильно размножаться. Все правильно. Теперь он даже добрался до Сибири, до города Омска. Прислал мне видео подписчик. То есть он начал делать, строить микроб. И давайте сейчас посмотрим, прокомментируем, если кому интересно. Поставим, конечно же, лайк, если не сложно. Посмотрим на его микроб. Костя, привет. Хочу тебе показать предварительный такой небольшой обзорчик, что наделал за пару недель. Вот смотри, решение по рулевой колонке у меня вот такое получилось. То есть росами. Здесь шкив. Вилка и шкив. Сейчас покажу, как оно работает. То есть кивок наматывает на себя. Я учел то, что ты говорил, что у тебя спортивный получился руль. Вот здесь у меня реверсный редуктор, я тебе присылал, ты видел, как бы двигатель я пятнашечку поставил. У меня на предыдущем пятнашка, мне он очень понравился по силе. Вот. А вот это вот, про то, что блокировку мне уже часть привезли, значит. Вот такая цепь, шаг 38. Очень, очень хорошо сюда ложится. Вот. Мешать не будет. Привариться, когда он тут. Звезда. Ну и, естественно, вот она будет подходить. Вот так. Зацепление. Вал поперек. И двумя рычагами будет подниматься. Вот такие мои успехи. Значит, выточил мне токарь к электромуфте, к муфте от кондиционера шкивок. То есть будет стоять НШ здесь с электромуфтой. Вот такой от скутера у меня был ремень. То есть нормально как раз в шкив подходит. Вот такие дела. Здесь пока еще рулевое прихвачено. Сиденье когда будет, тогда уже установлю правильный уклон. Его просто руль будет не прямо, как у тебя, а с наклоном. Вот такой капотик буду мастрячить. Это вот у меня от Геленвагена, когда запретили кенгурятники. Частично на баге, а вот эта часть осталась, как раз сюда хорошо подошла оригинально. Костя, я твоим микробом настолько воодушевлен, прям обалдеть. Крутится на месте. Еще, правда, не запускал, не пробовал, но вот сейчас порядок просто в мастерской наводил, выгнал его. Давай, привет, удачки тебе. Друзья, кто недавно подписался и не в курсе всех дел, вот она, эта первая модель. То есть она самая простая. Здесь нет ни коробок, ни раздаток. Здесь просто сделано все на ремнях. Реверс ременный. Здесь тоже сзади рулевая, все на ремнях. Ну что, будем ждать продолжения микроба 2. Посмотрим. Скорее всего, следующее видео уже будет какие-нибудь покатушки. Пожелаем, наверное, большой удачи нашему подписчику в постройке этого микроба и выполнении всех его желаний. Все, друзья, большое всем спасибо за просмотр. Всем пока.